Пока мы едины, мы непобедимы, 4 ноября отмечается один из главных государственных праздников – День народного единства. В 1612 году народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнало польских интервентов. В Щелкове на площади Ленина собрались сотни людей, чтобы продемонстрировать свое единство в этот важный день. Россия – сила, когда все мы едины! От Калининграда до Владивостока День народного единства – праздник, связывающий миллионы людей по всей стране. 11-й год подряд они выходят на улицы и площади, чтобы всем вместе встретить один из главных государственных праздников. В Щелкове основные торжества прошли на площади Ленина. Мы хотим наш коллектив и всю нашу страну, Россию, поздравить с праздником единства нашего народа. В единстве наша сила. Благодаря нашим предкам, Пожарскому, Минину, в 1612 году мы погнали с нашей русской территории поляков. Всем желаем мира, здоровья, благополучия. На площадь Ленина вышли почти 1500 человек. По-настоящему массовое мероприятие. Чтобы праздник прошел без эксцессов, были приняты повышенные меры безопасности. Отметить День народного единства пришли люди совершенно разных возрастов и профессий, но объединенные любовью к своей стране. Праздник совпал с чествованием Казанской иконы Божьей Матери, одной из самых почитаемых православных святынь. Считается, что список чудотворного образа помог народному ополчению одержать победу над польскими захватчиками. Со сцены в адрес гостей торжества звучали поздравления. Я хочу вам пожелать всех благ, я хочу пожелать вот этих вот улыбок, которые сейчас я вижу на ваших лицах, чтобы они вас сопровождали постоянно, везде и всегда. Мы всегда сплачиваемся в дни тревожные и в дни веселья. И поистине именно эти качества позволяют нам быть великими и непобедимыми. Сегодня радостный праздник. Мы понимаем, что Россия напряглась, как пружина, стальная пружина, потому что Россия многонациональна и многоконфессиональна. Добра вам, счастья, успехов! Успехи страны и ее развитие зависят от нас. Миллионы людей, добросовестно работая на своих местах, каждый день делают мир лучше. Те, кто внес весомый вклад в развитие нашего района, чествовали на сцене. Валентину Скалдуцкую наградили знаком отличия перед Щелковским районом. Более 35 лет она посвятила медицине. На протяжении долгого времени руководит Щелковским противотуберкулезным диспансером. А в День народного единства еще и принимает поздравления с юбилеем. Работала для людей, для народа. И мне все это очень нравится. Поэтому я считаю, что сегодня награждение. Спасибо, что меня еще знают и почитают. Гостей праздника в этот день концертными номерами согревали творческие коллективы Щелковского района, создавая необыкновенно теплую и душевную атмосферу. В едином порыве щелковцы все вместе отмечали один из главных государственных праздников. Кульминацией торжества стало выступление заслуженной артистки России Татьяны Булановой. Мой ненаглядный, боль моя, мой ненаглядный, я твоя. Знаете ж небо, как тебя люблю я. Мой ненаглядный, жизнь моя, мой ненаглядный, я твоя. Счастья и боли не тая, пою я. Всех-всех-всех поздравляю с праздником, с Днем народного единства. Сегодня, потому что замечательный праздник. Я считаю, что он не менее важный, может быть, даже где-то более значимый. Это день иконы Казанской Божьей Матери. Я всех хочу с двумя этими праздниками, такими добрыми, светлыми, поздравить. Пожелать здоровья, счастья, исполнения всего задуманного. Хочу пожелать всем, несмотря ни на какие-то невзгоды или что-то происходит у всех, наверное, что-то в жизни, может быть, даже не всегда радостное, оставаться оптимистами и верить в то, что все будет действительно замечательно. Ура! Дарья Снегова, Александр Ржевский, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».